Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Сегодня хочу показать вам небольшой лайфхак по увеличению пространства в багажнике. На примере у нас сегодня опять, как всегда, калинный хэтчбэк. Делаем это мы за счет изменения наклона, угла наклона задних сидений. Для этого нам понадобится два таких соединителя. Ну, в смысле, 4 на каждую сторону, по 2. То есть 4 соединителя, 4 болта с гайками длиной от 3,5 сантиметров и 4 шайбочки. Одну сторону я сейчас сделал уже, сейчас вам покажу. Вот одна сторона уже готова у нас. Как вы видите, сиденье стоит очень прочно. Никуда не болтается, она даже защелкнулась, хотя до этого никогда не защелкивались у меня. Вот, одну сторону сделал, сейчас сделаю вторую сторону, покажу общий результат. Да, забыл сказать, нужно соединить вот так, то есть соединителем вот этот болт, либо взять шпильки. Сейчас мы отрежем голову, вот эту, скручу и покажу, как дальше действовать. Итак, вот я спилил им головы. В общем, как вы видите, сильно я сюда много не закручиваю, так как может потом этот болт не поместиться. Но я считаю, 5 миллиметров, в принципе, вполне достаточно. В общем, делаем вот такие вот хреновины. После того, как напилили, собрали вот такие хреновины, в принципе, можно их прикручивать на штатные места. Прикрутили, далее прикручиваем крепление. В итоге получаем вот такую вот картину. Так, теперь попробуем все дело закрыть. Сидит плотно. Не открывается. Вот. Здесь ничего не болтается. Здесь также ничего не болтается. Все намертво. Так. Попробуем присесть, как все будет выглядеть. О! Я думаю, хуже точно не стало, возможно, даже стало лучше. Угол немножко изменился, стал так пожестче. Как-то, блин, мне кажется, комфортнее. Ну, если чем-то кому-то помог, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, до новых встреч.